Этап замораживания белорусско-польских отношений нужно завершать и развивать конструктивное сотрудничество между странами. Об этом заявил сегодня вице-маршал Сейма Польши во время официального визита в Минск. Накануне Ришард Терлецкий встретился с белорусскими парламентариями. А сегодня, в том числе об отношениях между официальным Минском и Варшавой, говорили в Министерстве иностранных дел и администрации президента. По словам вице-маршала, в польском Сейме достаточно депутатов, которые продвигают политику добрососедства в отношении Беларуси. Визит очень интересный и важный. Мы открываем новый этап в белорусско-польских отношениях. И наш визит – очередной шаг на этом пути. Мы считаем, что этап замораживания отношений действительно затянулся. И после прошлогодних парламентских выборов в Польше мы хотим возобновить и активизировать отношения. Есть парламент, есть спикер парламента, и я, как его заместитель, также готов работать в этом направлении. Уверен, что отношения между Беларусью и Польшей должны быть соседскими. У нас нет исторических фактов, которые разъединяли бы Минск и Варшаву. Наоборот, у нас очень хороший исторический плацдарм, и мы должны это развивать. Также делегация Польши посетила один из главных католических храмов Беларуси – костел святых Симеона и Елены в столице. А завтра парламентарии отправятся в Брестскую область.